Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем в Sniper 3 и берем миссию мышеловка. Ну, все так, оружие в порядке у меня должно было быть. Сейчас проверим. Что у нас здесь? Арсенал, оружие. Все есть. Все, выходим на охоту. Сейчас на машине ехать куда-то опять поди. Эх, ё-моё. Ну-ка, на карте не показано, куда мне ехать. Может, я так телепортируюсь? Быстрее будет. Не. Ну ладно. Поедем. Куда? Ну вот всяко ближе. Так, где мой автомобиль? Вот все. Сократили путь. Сейчас на экспресс мобиле доедем. Давайте, музыка. Ара, вай, 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 вай. Давай ускорение. А нет ускорения. Въезжаем в туннель. Так, глянем, что у нас здесь по дороге. Флостав, that precious scientist Massa wants to recruit. Охо-хо. Now I'm practically sure that he's being held by the 23 Society. Jesus. Okay. Кто бы здесь мог быть? So Klosovich is Местники. The key. I know where Klosovich is. Don't know if it'll be too late to save Robert. We can only try. Какой кошмар. Ой, тут кто-то есть. Так, ну давайте посмотрим, где эта тварь, этот людоед. Так. Кого ты тут пилил? Вот что ты за урод? Что за мясницкий цех у вас здесь? Человечину жрете, твари? Ну-ка. Что у нас есть еще? Что-то, нечто подобное. О, олень. Но он мне не нужен. Эти биомассы нам не нужны. Так. Что у нас здесь? Развалины старого замка. Ага, о. Есть что-то так. Можно подняться, посмотреть. Так, тут у нас что? Деревушка. Бандитов нет? Стоп, 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 стоп.
Немцы в городе есть? Вот так. Ладно. Можно будет сходить. Ну, кстати, на развалины можно сходить, взять запчасти. Лишними-то не будут. Тем более там еще какое-то расследование есть. Поэтому сразу и расследуем. Ну. Давай. Ну беги. Ты должен бежать у меня. Быстрее пули. Оттопаешься как слон. Огонек. Кто-то сидит здесь, нет? Так, давай, залазь. Так. Я не понял, ты за что-то зацепился? Ой. Куда дальше-то? Вот так. Ну ничего не видно, покуда ты лазишь. Так. Изучаем. Представляет интерес. Ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюки? С кожурой или без? Вызывает интерес. Ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином или без? Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В полталонах или без? Давай, сели, поехали. Будет первая точка перемещения в этом городе. Так. Надеюсь, здесь лютые враги. Давай, перелез. Все, красавец. Где? Ищи. Ищи. Давай. Где-то должно быть. Тебе осталось только найти где. Вот. Молодец. Так. Ну-ка еще разок посмотрим. Доберитесь до убежища. А, до убежища добраться всего лишь. Все понятно. Так. Тут все ясно, тут все понятно. Так, а что у нас там? Кто у нас здесь живет? Тихо. Нет, не здесь. Вот здесь. Тихо, тихо. Ага. Что они здесь делают вдвоем? Ну да ладно. Это сугубо их проблема. Хотя интересно. Аж жуть. Так. Ну-ка, выше. Что у нас здесь? Вышка. Так, так, так. Ладно. Попозже. Зайдем. Сейчас мы просто в гости зайдем. Посмотрим, что-то за значок у нас такой новый на карте появился. Выйдем и посмотрим. Что-то у нас такое в домике. Ружье. О, да я не зря еще остановился-то. Какая прелесть.
Да. Ага. Так. На втором этаже, что ли? Здесь второй этаж. Так. А, да кто вообще здесь стоишь? Ну ладно. Все. Ух. Ладно, я что, монстр, что? О, спасти пленных. Где? Так, где спасти пленных? Ну-ка. Это вот это? Спасти пленных. У меня стоит миссия, доберитесь до убежища. А где спасти пленных? У меня, по-моему, до сюда не долетит даже. Так, возвращаем. Спасти пленных. Это эти на острове могут быть, которые там молятся-то. Так что, ну, на машине-то не так уж и далеко. Чё? Не звери, поможем. Только я там не видел никого, кто бы им угрожал. Давай, перелез. И обратно. Молодец. Так. Мне надо точка перемещения там есть. Вот сюда. Точка перемещения. Она самая. Вот и все. Это правильно. Чтоб мне потом два раза сюда не ездить. Так, все, здесь тоже поняли. Разобрались. Так. Ну. Спасти пленных. А вот от кого? От кого вас спасать? Что-то я не догоняю. Ладно. Давайте посмотрим, от кого их можно спасти. Наверное, когда ближе под... Все станет ясно. Давай, плыви. Вот. Кто-то уже начинает грубить. Раз, два. На. На. Вы мне броню попортили. Давайте. Компенсируйте мне. Одного-то ладно, хоть зарезал. Давайте, вы валите отсюда. Может, спасено гражданских. Ну и ладно. Все. Плывем обратно к моему автомобилю. Вот так. Пришли, спасли, награды даже не потребовали. Что делает нам честь?
Только ты одной этой честью сыт не будешь. О, даже кого-то не обшарил. Ну и ладно. Доберитесь до убежища. Едем к убежищу. Что ж теперь? Ой-ой-ой. Да, водитель из меня плохой. По крайней мере, в играх точно. Гоночки — это не мое. Какая-то вышка, башня там. Но срезать не получилось. Ой. О, у меня машина перевернулась, нормально обратно поставил. Что ж, скоротать не получится, камни мешают. Ладно, посмотрим. Вот она, дорога. Ох ты, у меня машина все выдержит. Просто-таки броневик. Ладно, третий акт — добраться до убежища. Я думаю, выполнили. Найдите убежище в кустах. Хрен там, в кустах. В этих кустах. Хрен там. Где убежище? Мне куда идти? Где мой дом? Так, он наверху. Вот. Вот подняться где надо. Я думал, так попроще что-нибудь. В кустике зашел и все. Ладно, миссия выполнена. Берем сразу миссию. Незваный гость. Вот, кстати, трупаки висят. Ох, мы кого-то мстить будем. Так. У меня тут что-то еще есть? Еще один выход или что? Или тренироваться? Это тренировочный. А здесь просто декорация. А здесь тоже декорация, как кладовая. Ладно, ничегошеньки нету. Господи, не база, а хлам. Так, куда мне надо? Сюда. Хорошо. Ой, плотина. Плотину я люблю. И вот завалим сразу, если вот этот в розыске. Сразу же его и завалим еще. Едем. Ой-ой-ой. Мне препятствия, наверное, чинить будут. Люди нехорошие. Так, первый сюрприз. Вот так. Изучаем, смотрим, что это. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Куда вы меня приведете? Что меня там ждет? О, спасти пленных.
Так, ладно. Как понял, произошел захват. Так, он что, один? Нет, в пещере еще есть. Это я знаю. Вот, кстати, интересная локация будет. Здесь их всех перехреначим потом. Так. А пока книгу листает смерть. Ты что там? Решил кучу наложить, что ли? Так. Я сейчас подрежу твои ножки. Но ну, чё ты такой, тварь-то такая? Ой-ой. Вот и за вас, и за вас. Глушитель попортил. А все из-за того, что почему-то не сработало. Ну, давай на трофеи. И ты на трофеи. Где мой пистолет? Нет, надо мне мой пистолет вернуть. Так, следы шин. Понятненько. Где мы постоянно? Ладно, сейчас. Ага, змею. Валите давайте. Все, спасибо. Вернул свой лук. От них же хрен дождешься. Утащили. И все. Так. Ну-ка, стой. Это что там? Я же только что там был. И вроде все задел. Или я не там был? Так. Не туда. О, нет, что-то. Спасти пленных. Тоже. Вот так, ладно. Не будем отказывать людям, спасем. Недалеко тем более. Да и, по-моему, по пути. Или не по пути. Так, вот здесь разведал. Вот здесь. Итак. Где камень?
только вот так вот мы сможем вас... Смогу ли я вас прошибить? О! Одной пулей двоих. Как хорошо. Все? Обыскать. Вот так вот поимели с тебя. Обыскать. Автомат. Что тут искать? Я что-то понять не могу. Что тут найти можно? Ну, нету. Поднять тело. Опустить тело. Что-то тут есть? Неизвестно. Так, ладно. Теперь эти олухи. Ага. Вот так. Да бегите, конечно, бегите. Нужны вы мне больно. Как мертвому при парке. Так, где тело второе? Вот так вот. Ну ладно. Спас жизнь, бедолаг. Так бы лежали бы в этой вонючей яме вместе со всеми. Вот такой вот я хороший Робин Гуд. Не Робин Гад, а Робин Гуд. Прошу не путать. Все. Идем к моему автомобилю. Неубиваемому, непотопляемому. Импортом с кожаным салоном. И едем навстречу приключениям. А это так что-то до миссии не доезжаем. Ой. Ой. По дороге. Я бы даже дорогу-то не звал. По бездорожью. Куда-то. Так. Я видел там огонек. Не будем рисковать. Запустим дрона, посмотрим. Что это? Врагов за спиной не надо оставлять. Ага. Вот оно что. Пленных опять спасти. Допрашивать никого не буду. Вы мне без надобности. У меня уже все есть. Это у вас нету ни хрена. У меня есть все. Да. Вот так. Заработал очки на пустом месте. А. Вот так. Давай. А я немножко подлечусь. Кто здесь? На.
Зачем ты за мной шел? Вот так. Остался один капитан. А вот его можно и допросить будет, как поймаю. Я уж не помню, какой бонус за него дают. Ну, должен же что-то он стоить. Все-таки не хер собачий. Что-то-то... Ну, подходи. Куда ты? Не ведешься? Давай, отвернись. Блин, я тебя обходить. Башни свои крутишь. Да тут хрен залезешь. Давай, давай, еще. Давай. Вот так. Да, этот трюк работает везде. Чуть под наклоном. Ой-ой-ой. Тихо. Ой. Блин, не получилось допросить. Откуда он взялся? Ну, я так хотел с него поиметь информацию. Ну ладно. Будем считать, что поимел их всех. Трупы убежали. Пленные спасены. Бегите, бедолаги. Это что? Ничего? Ладно. Возьмем свои запчасти и свалим отсюда. Значит, долго не надо выражать. Трупы исчезают, другие люди приходят. Понятненько. Так, а у меня что с оружием? У меня еще есть стрела. Потом, если что, на автомат переключусь. Ой. А мяи опять появились. Какая прелесть. Сколько бы не убивай, вот на них зарабатывать там можно. Стоп. Одну минутку. Так, мне надо проверить одну вещь. Точка перемещения нет. Сначала здесь. Что у нас здесь? Неизвестно. Ну, живых душ не замечено. Вот она, точка перемещения. Все нормально. Тут у нас что? Боевики должны быть. Ну и ладно. Садимся в машину. И едем. Едем к медведям. Так. Добраться до снайперской позиции и ждать объект. Хорошо. Так. Надо посмотреть сначала, что нас здесь ожидает. Домик. Кто в домике живет? Мотануло. Так. Кто в домике? А в домике гномики. Каждому гомику по домику. Или как там у американцев?
все, ждем объект. Снайперская позиция, ждем объект. Ага, вот это подстава. Здорово. Ладно. Тихо, тихо. Так. Давай. В голову. Ну быстрее. Вот так. Это вообще что за подстава? Ехал на машине. На тебе. Обыскать. Все забрать. Аграблы. Что еще есть? И еще автомат. Так, и ты ходишь тут в капюшоне. Занять снайперскую позицию. Ой, там еще один. Это что? Сейчас тогда я вот так вырубим. Зачистить территорию. Раз, два. Есть. Итак. Задача выполнится. Подтверждаю по моему сигналу. Что по моему сигналу? Разведать территорию, найти объект. Так. Вот нам. Вот если вот этот объект, то да. Мы из-за этого объекта здесь вообще-то и находимся. Так. Так, нельзя допускать, чтобы пострадали гражданские, стрелять только когда цель будет в прямой видимости. Ты же сможешь, да? Конечно. Так, сколько там? Ну, 200 делаем. Вроде такой прицел хороший брал себе. И смотри, на, кровью не забрызгало.